Вернемся к событиям в нашей стране. Следующее заседание по делу Куандыка Бишимбаева состоится 13 мая. Сегодня в зале суда приступили к составлению вопросов для обсуждения приговора. Присяжные удалились в совещательную комнату. Напомню, экс-чиновника обвиняют в причинении физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и умышленном причинении смерти с особой жестокостью. Его родственнику Бахджану Байжанову вменяют укрывательство преступления. Дату вынесения окончательного вердикта не оглашают.